Хотелось бы как раз вопрос задать по поводу того, когда мы сталкиваемся с такими проявлениями, особенно, я знаю, что нас смотрят родители. Хотелось бы Юле вопрос задать о поведении детей. Как отличить вот психическое расстройство или девиантное поведение и, может быть, даже одержимость? Как вот с этим быть? Особенно, когда ты видишь это, если ты даже не родитель, а вот встречаешь такую ситуацию в церкви, к примеру, ты видишь, что человек так себе ведет. Можем ли мы быть на месте этого парня, вот, о котором рассказывала Виктория? Как тогда нам себя вести? Как отличить, где вот эта грань между одним и вторым? Ну, вопрос этот, он сложно составной. Конечно, сложно составной, поэтому да? мы и задаемся им и сегодня. Я хотела бы, чтобы, в общем-то, не принимали мои слова. Это у меня просто мнение мое. Чтобы вы немножечко в двух словах поделитесь. Родители, у вас, вы ведете потрясающую работу, потрясающее служение. Так в двух словах, чтобы зрители наши понимали, хорошо. То есть почему я этот вопрос задал. Я сама воспитываю ребенка. У меня родился 21 год назад ребеночек с диагнозом синдром Дауна. И впервые, с чем я столкнулась, это с тем, что мне сказали, в церкви сказали, что я родила не от Бога ребенка, и что есть от Бога дети, а есть не от Бога. И меня это просто потрясло, потому что я не могла понять, откуда тогда такие дети. И с этого момента, конечно, начался тут путь и прохождение самой ситуации, исследование действительно, а это бес на самом деле, или это заболевание. И вот это, знаете, на грани все время понятий, заболевание и бес, оно и одержимость. Да, сама. Она, конечно, по-разному всегда проявляется. Я хочу сказать, у каждого ребенка, у вас, у всех родителей, дорогие, у вас у всех своя личностная ситуация. Но, тем не менее, есть общие вещи, да, на которые нужно обращать внимание. Во-первых, я сейчас буду говорить о тех детях, которые родились в порядке, с ними было все хорошо при рождении. Во время, там, скажем, роста, когда ребеночек уже начинает жить в семье, у него могут быть разные стрессовые ситуации. Он может сильно испугаться, когда ругаются родители, когда приходят какие-то сложные жизненные трудности. На это нужно обращать очень большое внимание, потому что стресс сам по себе является открытой дверью для возможности получить вот влияние. Наши дети сами по себе еще, особенно когда они совсем маленькие, не защищены и не могут этому противостоять. Поэтому как можно увидеть в детях эти проявления и сказать, что это точно демонические? То, что я, например, видела и слышала, потому что это было на самом деле несколько раз в моей жизни, я видела, что дети начинают говорить не своими голосами, это может быть женский низкий или мужской хриплый голос. Они говорят те вещи, которые ребенок никогда не скажет, это грубые высказывания, это может быть какие-то грубые слова неестественные. Начинается проявление какой-то ненормальной силы, такой нечеловеческой. Ребенок может вас так оттолкнуть, что вы можете быть или упасть, или отлететь просто на несколько метров. Могут быть какие-то очень злые, неестественные поступки. Вы знаете, всегда родитель чувствует, это как будто неестественно, это как бы моему ребенку не принадлежит. И я не думаю, что... У меня есть, кстати, один такой пример, когда родители сделали очень большую ошибку, увидев в своей девочке проявления некоторые, родители вдруг стали, знаете, со всей своей силой и со своей, христианской мощью изгонять из нее беса. Представьте, девочке 5 лет, она и так находится в пораженном состоянии. И тут самые близкие люди, вместо того, чтобы ее обнимать и являть любовь, они еще накинулись с изгнанием. Да, и ребенок, представьте себе, вообще залезает под диван на сегодняшний день и сидит там, потому что он боится уже всего этого мира, своих проявлений, родителей, никуда ему идти он не знает. Это христианская семья. Дело в том, что даже если вы заметили подобные проявления или какое-то очень сильное угнетение, или еще можно к таким проявлениям отнести какие-то странные болезни, когда ребенок постоянно болеет, вообще он не вылезает из болезни. И эти болезни уже, знаете, неопределенные, даже неопределимые врачами. И что нужно делать родителю? Конечно, нужно молиться, конечно, нужно держать посты, потому что есть вид бесов, которые сгоняются постом и молитвой. Конечно, нужно обращаться к священнику, к священному писанию, но надо всегда отделять грех от человека, да, или само влияние бесовское и самого ребенка. Ребенка надо любить, его нельзя ни в коем случае отбрасывать, отвергать, потому что в этом случае ему становится еще хуже. Это ваш ребенок.
ребенок, и надо его принимать таким, какой он есть. И нужно вместе с ним идти к победе освобождения. Я знаю родителей, которые, ну, например, даже среди православных, да, или даже вообще неверующих, но они возят ребенка по монастырям, чтобы за него молились, чтобы какую-то там Библию читали. Со временем эти родители сами становятся прихожанами церквей. Но они борются, видно, родитель борется, он любит ребенка. Девиантное поведение. Сейчас очень много таких людей, детей, вернее, они супер быстрые, супер какие-то вот экстремальные, я бы сказала, такие в своих поведениях, истеричные даже. Ну, понятно, что на сегодняшний мир он не располагает к атмосфере мира, а сердца ребенка. Мы можем посмотреть, что ребенок, например, может падать, впадать в истерики, там, топать ногами. Есть вещи, которые действительно трудно различимы, но для этого существует литература, опять же, существуют психологи, которым можно прийти и сказать, у моего ребенка, там, не знаю, 5 лет, он резко изменил свое поведение. Иногда это связано с изменением уровня гормонов, и ребенок просто так не может сам собой себя понять. Да? Иногда это связано с тем, что у него какая-то есть какие-то друзья, которые ведут себя подобным образом. Он просто копирует, в нем этого нет, он просто копирует поведение. Он может даже копировать поведение тех мультиков, которых тоже надо, кстати, контролировать, что наши дети смотрят, которые он просматривает в интернете или по телевизору. Поэтому мне кажется, вообще должность родителя – это, ну, такое ответственное дело. И если вы уже родили ребенка, то вы должны понимать, что вы можете столкнуться вообще со всем, ну, со всем возможным спектром всего того, что происходит. И наша задача, чтобы ребенок в это время первое, что понимал, что родители любят его, безусловно, никогда не оттолкнут, что бы ни случилось, а что они пройдут вместе с ним этот путь, даже если есть вот эти выражения, не знаю, его там, может быть, дух бросает, пена изо рта, какие-то у него припадки, это все равно не изменит. Твои ситуации не изменят мою любовь к тебе. И я видела много случаев, когда дети исцеляются не потому, что за них там сильно молятся или куда-то ходят, а просто родители любят и любят и любят. И эта любовь, знаете, она же сильнее всего на свете. Да, вообще, это и суть нашего Бога, это и суть этой жизни. Абсолютно, да. Это точно. Спасибо большое.